Так, сегодня это вот походу какой-то эльф. Леголас, наверное. Посмотрим. Интересно, пакетик под номером 3. Так, вот волосы с ушами как раз вот длинные. Косички заплетены. Лук, руки. Просто такого нейтрального цвета. Две руки. Без запасных сейчас соберем. Лук, конечно, сделан не сильно там детализированно. Немножко, как кажется, будто дешевый пластик. Ну, не знаю, посмотрим. Тут вот красного кольчуга. Вот он злой. Тут вот костюм. Ну, он как раз как дерево, да, получается. И здесь вот он полукругом так идет. Здесь, наверное, можно его вот так еще сделать. Тоже, кстати, органично смотрится. Вот эта часть по центру идет. Можно и так, и так. Ну, я думаю, вот так его сделаем, наверное. Можно либо вот так вот он будет смотреться, либо все-таки, если он в бою, то вот такой вот злой вот лукавас. Так, сейчас руки оставим. Окей. Все хорошо, легко, кстати, ставится. Так, ставим лук. Вот. И вопрос, каким его сделать. Либо таким вот злым, либо, например, нейтральным. Вот таким. Ну, вроде бы обычный эльф и обычный, а это вот будет Леголас вот такой. Пускай сражаться.